Сегодня у нас Гендрагон, выставляем свет. Вот так примерно это все выглядит за день до съемок. Тут полно всякого реквизита. Идет настройка, Илья с микрофоном вот там вот отдает команды, как все должно быть. Ну и мы, конечно, в полной готовности. Программа готова. Все готово, и мы с Агатой тоже сейчас пойдем. Вот сюда вот делать для вас самый крутой номер. Правильно начинать день на тренировке. Прекрасно! Блин, прям как будто лучи солнца летят сейчас. Давно этим занимаешься? С карантина. То есть кому-то... Я хреновый, наверное. Кто-то, значит, карантин не зря потратил, как я. Вышли, потренировались, поставили свет, сделали генеральный прогон. Сейчас Агаточка с Сашей. А мы идем отдыхать, готовиться. Oh my god! Oh my god! Чем ты больше тратишь на свою любимую женщину, тем тебе больше принесется. Согласен. Это такой закон. Саня, ты в порядке? Ты в порядке? Ты в порядке, Саня? Саня, ты в порядке? Ты скажи нам, ты в порядке, Саня? А я еще писала, что он добрый, один. Понимаете, да? Забудьте про это, самый злый день вообще здесь на мире. Мне тебя не ждать.